Федрик Меркур на связи. Канал Мухомора «Разговоры». Вот всем творцам воплоти огромное уважение. Творим и делаем по благости все это дело. А что нас всех объединяет? Казалось бы, это вода. Вода есть в каждом из нас. Водой можно пол протирать. А можно вовнутрь принимать. У нас вода, она всюду, она... Большинство нашего тела содержит вода. И получается, что от ее чистоты зависит чистота наших помыслов. Вот. И поэтому позаботьтесь, чтобы у вас была чистая в доме вода, чтобы везде она с вами была. Потому что она чистит наш организм, наш уровень pH. И вот если на какой-нибудь трудовой деятельности, да, там, ну, на работе, да, грубо говоря, в цеху, есть просто у меня опыт, то есть моих ребят, которые об этом говорят, что вот когда была вода, наполненная злобой, канализационная, потом, когда человек взял на себя ответственность носить воду и по дороге, неся баклажку, наполнять ее любовью, то вся ситуация изменилась в корне. Представляешь, что такое может сделать один творец, один в поле воин, если грамотно сложенный строй скроен. Там, но суть в том, что вода преображает всех нас. Поэтому позаботьтесь о качестве своей воды. И в принципе об этом заботится наше намерение. Если вода ваша, ну, возможности отсутствует пить самую лучшую, то та, которая у вас есть, наполните ее любовью. То есть своим намерением, что вот водичка ты все чистишь и меня очисти от дурных моих помыслов, от желаний эгоистических. Пусть по благости она будет вас с вами. Вот. Всем рад. Всем творцам воплоти. Дальше светить. Лайки, подписки. Ну а я пойду к какому-нибудь коромыслу.